Две туристки из Екатеринбурга погибли в индийском Гоа. Они утонули во время морской прогулки. Экскурсионный катер из-за шторма перевернулся. При этом на пассажирах, всего их было 10, не было спасательных жилетов. Троим россиянкам спастись не удалось. Трагедия случилась у западного побережья Индии. Группа путешественников из России решила посмотреть на дельфинов. В километре от побережья их катер накрыло волной, и он опрокинулся. Две жительницы Екатеринбурга, Татьяна Николаева и Ирина Булатова, а также путешественницы из Самары, оказались под судном и захлебнулись. Выяснилось, что в море лодка вышла, несмотря на запрет властей. В штате третий день действовало штормовое предупреждение. Виновники трагедии устанавливаются. Тем временем тела погибших готовят к отправке на родину. По нашей информации, никаких проблем не возникло. Процедура подготовки к репатриации уже начата. В ближайшее время будут завершены все бюрократические формальности и необходимые следственные мероприятия в этом отношении, и тела будут отправлены.